Красота. Так, ну сейчас еще побегаем персонажей, поищем, наверное, да, где-нибудь по городу. Yeah, let's go on a big adventure. Puma NV с рисапчиком, 6 месяц. Спасибо большое. Big Adventure. Спасибо. Где Тарталия, действительно? Тарталию не позвали на праздник морских фонарей. Круто, круто, очень приятно, да. Было очень красиво, да? Так, ну дальше еще квестики, да. Так, Нинка не во дворце, наверное, наверное, тоже отдыхает день с бидохой в кафешке. Пойдем пешочком прогуляемся вот отсюда. Момент с Хутава милый был, да, да. Прикольно. Нингуан во дворце? Ну блин, ну что она там забыла? Не хочу к ней идти. Пускай в город идет. Зафармить костюм на Нинку можно. Да, уже вроде бы можно, по идее. Comrade, how would you like to join the Fatui? Эй, субскрайб, спасибо. Спасибо, Рилет, за третий тир подписки. Честь дыра, ничего себе. 770 760. Можно, конечно же. Для бездны и для души. Персы перекачаны, ибо я мобилочник. Понимаю, понимаю. Спасибо большое за подписочку, любви в чат и с днем рождения. Спасибо за поддержку. Чем могила была? Аждахи, да, я думаю, что аждахи, скорее всего. А, пачки, ну, очень мощная на Райден Сяночки с Сенсушкой, да, и второе, что здесь? Да, это рили такая пачка для бездны. Через Тому и Тарталью. Вейп Тома. Тома на Тайне, через Кэю еще его ультецкий, забавно. Так, ладно, ну, Райден, 1800 атаки, 55 на 116, 270 восстановы, жестко, сияющая жатва, да, идеально, 300 восстановы. Ну, критов вообще побольше бы, на самом деле, 60, 120, 70, 140, что-нибудь такое, да. По 4 эмблемы, 3-5, ну да, не очень нужное мастерство, хотя конкретно в этой пачке она и перегрузы будет бахать, но... Вот здесь вот 10 на 20 бы, да, 6 восстановы, перышко слабое. Цветок тоже не очень сильный, только крит урон, нет других нужных статов особо. Шапка крит шанс, 14 крит урон, ну сет закрывает, шапка есть шапка, я такая... Кубок, кстати, норм, 10, 6 восстановы, кубок найс и шапка сойдет. Цветок перо я бы еще пофармил, наверное. 5 на 26 крит урона восстановы, часы, часы найс, сильные, 11 сил атаки, офсетник очень хороший. Синсу 2-2, 1500 атаки, 50 на 150, 196 восстановы, 81 гидро урона, отличные цифры. Церемония R4, все созвездия, 2 десяточки, здесь, кстати, 2 девятки, да, были здесь 2 десятки, супер круто. Часы на атаку 9-14 восстановы, ну лучше бы был крит урон, но тоже хорошо. Здесь тоже чутка крит шанс не хватает, там большой недобор, можно было побольше, но в целом сильное гидроперо. 7 на 10 крит урон, 9 атаки, плохой цветочек, но тоже типа трехстатник с одним в этом под защитой и роллом. Очень сильный гидрокубок. 13 крит шанс, 10 восстановить, 14 крит шанса на крит урон шапки. Найс, 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 Синцушка хорош. Синцушка хорош, Пума НВ, спасибо еще за подарочную подписку для... Тучки, Тучка, поздравляю, вы stand strong together, ГЦ, ГЦ. Подарочная подписчика. О, наша первая крутка за сегодня набралась. 1800 атаки, 260 мастерства, ну здесь да, 72 на 123, найс в целом, 170 восстановы, 61 пира. Небеска, я только хотел сказать, потому что восстановы довольно много, да и база неплохая. 9 ульта, 8 гоба, найс, 6 созвездий, 2 ансамбля, 2 ведьмы. Отсюда 80, ну, много мастерства. 4 ведьмы, конечно, было бы сильнее в плане общего бонуса, но... 7 на 14 атаки, 11 восстановок, хороший первый кубок.
7 на 14 атаки, еще восстанова, отличные часики для Сянки. 7 на 26 критов, мастерство, восстанова, отличное перо. Цветок 6 на 13 флэт-атака. Цветок не очень прям сильный, но сет типа закрывает. Но цветок мог бы быть помощнее. И вполне хорошая всетовая шапка. Восстанова, крит урон, все надо. Найс, найс. Прикол в том, что в этой пачке конкретно Сянке, ну, так много восстанова, наверное, не нужно, да? Там те же 35 родные от Оси были бы ок, наверное. С учетом того, что Райден восстанавливает энергию этой пачки, да? Плюс Беннет еще ешками. То есть, в принципе, можно уменьшать восстанову, увеличивать еще больше критов, там, мастерство, не знаю, атаку подкачивать. Хотя так тоже под Беннетом не так сильно нужна. 1300 атаки. 60 на 120, криты 160, очень мало восстанова Беннет. 46 первый урон, при этом 25к хп. Хп более-менее. Шапка не на бонус лечения, я не посмотрел. На крит шанс. Меч, вспышка во тьме. Да, восстанов надо больше. Часы хпшные. Ну, статы, конечно, жесткие. Но восстановы мало. В основном за счет того, что часы не очень сильное перо. Охренеть. Цветок не очень, потому что нет, опять же, восстанов. Хотя нет, здесь хп, атака, крит урон. Такой сбалансированный Беннет, но вот восстанова хотелось бы побольше. Шапка отличная, в принципе. Но хп и кубок. Кубок с критами на первый урон. Может быть, поскольку кубок офсетник, поискать любой кубок. Чем угодно, силы атаки с хп с первого урона, но 15 восстанова. Я бы восстанова поднял немножко. 160 очень маловато. Порталя 200. Мастерство 42, 74 на 214. Отличные криты, еще и с небесочкой. 0 созвездий, 8, 9, 9. Найс, 4 семенавы. Тоже прикольно. Хороший цветочек. 18 крит шанса, шапка, о май. Хороший гидрокубок, семенавы, крит урон. Мастерство восстанова, защита не так важны, как атака. Там крит шанс еще дополнительно, но... Вполне солидное перо, но перо здесь, судя по всему, сет закрывает, потому что все остальные арты сильнее. И 6 на 37 часы, если бы здесь был ролл 7,8, это было бы 45 крит урона, часики глада. Ну, вместо вот этих вот 3,3. Да, там 3,9 крит шанса. Жесткий Тарталья Кэя, 1640. Хера себе с рассекающим туман. Проблема в том, что Кэй не может давать элементальные атаки, и одна из эмблем не работает. 1600 атаки, 45 на 226. Ну и крит шанс недостаточно большой, даже если он фулл крио, он 2 крио всего лишь, здесь 2 крио нету. Крит шанс маленький. Бонус физурона откуда-то. 2 физа там, да? 3 созвездия. 2 созвездия самые важные. Физа чуть-чуть. Чисто не очень нужный сет, потому что он здесь как саппорт все-таки должен выступать в основном, да. Больше... Ну, восстановы хотелось бы. И крит шанса. Часы в целом хорошие. Кубок, крио. Нормальный для сетника. 13 на 6. Тоже неплохо, но, блин, сет, конечно. 6 на 21 сойдет. Пёперышко, 10 крит шанса, 61... Возможно, даже нужного мастерства, может быть, иногда закроют реакции таяния здесь под Томой. Да, 4 миллилита Де, 36к хп, 1400 атаки, 60 на 190, отличные цифры, плюс геоурон. Ну вот, восстановлено, но оно не самое важное как раз. Первое созвездие с 9-9. С Хомой жесткий дед. Отличное перо. Более-менее, да, хороший цветок с хпшкой. Шапка, шака у. П, атака, сильно. Кубок с геоуроном, с восстановой, крит шанс 3,60 флета. Я бы, наверное, кубок офсетом поискал. Пытаем побольше. Ну, это вполне хорошие, но... Сколько здесь? 5 кусков? Либо часы побольше статов тоже. Мощные арты, да, крит шанс еще вот побольше подогнать. Как раз в часах десяточки не хватает. Тома 1600 атаки, 22к хп, 65 на 140, восстанова 167. Восстанову тоже хотелось бы побольше, но может это какой-нибудь фавон? Нет, это коршун. 4 созвездия, 3 восьмерки. Плохо. 2 ведьмы, 2 миллилита. Ну, так, очень средненько по статам. Его надо здесь тоже больше в урон и в восстанову, наверное. Хп как бы хорошо, да?
Только с Читану, если он действительно вместе с дедом ходит, то тут его надо чисто в восстановление энергии, а не в ХП качать. Ну, в целом, прям крутые арты для Тома. Вот это интересно, очень восстанова и много, ну, атака, почему нет? Тем более под коршун. ХП немножко, да, цветок крутой и шапка. 7800 флэт. Эта шапка не очень сильно, ну, крит шанс. Прикольные пачки, хорошие арты, прям классно собранные персонажи. Так, пойдем дальше. С Сяночкой мы здесь говорили, да? Уже. Че, в ритуальное бюро заглянуть? Кстати, человек, который качнул Тома, я буду с ним дружить, о май. Прикольно поставили здесь. Фейерверки. Где Хутао тут что-то смотрит? Уя-уя? Я просто пришел повидаться с тобой. Зная ее пассивный талант. Тут Артальдед больше анимешник или Юньцзинь? Сянлин. Ну, типа... вообще, мне кажется, Юньцзинька. Хотя, скорее всего, одинаково. Блин, снижение резистов врагов слишком сильное. Всегда, поэтому за даже. Так, сейчас зайдем, покрутим деревянные фигуры, да? Привет. Я попробую. Три загадки. Не разгадано. What the fuck is that? Полное изображение крутить. Окей. Так, ну я пока не понял, что это. Я вижу как будто какие-то рога. Че, вот так? Это все вместе надо? А. Их же еще так крутить можно. Какой-то олень. Петух. Дракон. У меня какие-то крабы получаются скорее. Я реально хочу оленя собрать. У меня что-то не получается. Почему так показывает? Правильно. Ну, ближе к правильному. Не понимаю. Кто там говорил, что это легко? Нифига это не легко. Я даже с первого раза не сделаю сейчас походу. Ну. Ну наконец-то, божечки. За 2 минуты еле-еле. Жесть. Так, ну здесь надо их двигать друг к другу, ясно, явно. Оп. Какая-то ваза. Хрен его знает. Thank you.
цветочек. Похоже на... Ага, вот оно. Вот оно, почти. Глазурную лилию похоже. Мне кажется, да? Ну, блин. Вроде бы... Вот же... Может быть, другой стороной? Так она как будто какая-то разбитая. Вот так, наверное. Найс. Фу. Сложнота 3. Я, кстати, всегда на тень смотрю. Кто-нибудь вообще смотрит на саму модельку? Наверное, смотреть на модельку, наверное, даже удобней. А я смотрю на тень, не знаю, по тени как-то прикольней. О, это цапля. Я же... Я с ногой пока что-то не понимаю, почему-то она как-то очень странно выглядит. А, вот, она должна быть чуть более вертикально. Все, класс. Ну, прикольная, прикольная, мне нравится. Гони сюда Мору. Хорошо. Игра теней есть. О, смотрите, синенька стоит. Да, ногу подогнать внезапно оказалось сложнее. Бидоха. それはないさ。昨日も対局に誘われたんだ。 気が向いたら好きな時に上に行けばいい。シャーマット。スニーナイだ。まあ、この話は置いといて。休憩が終わったらもう少し食いに行こうぜ。年に一度の回答祭なんだ。みんな楽しまないとな。 Окей, класс. Чатик, поздравьте, за донью, он оказал последние деньги, упала джин на 82-й, думал, уже ничего не светит, но утром сделал 10 круток, и она пришла. О, грац, грац. С козочкой. Поздравляю, поздравляю. Так, дальше, следующие куски квестов, да, краски мимолетности. Ага, это еще не могу забрать. Все события. А, ну конечно же. Сделать штуки. Поехали здесь, позапускаем фейерверки. Вот прям в этой точке нормально будет. Выплавка. Вихрь золотой календулы. Блин, серьезно, не хватило и перебил. Ну ладно. Не умею их крафтить. Вот вообще не умею.
Сейчас выносливости на остальные не хватит, да? Надо, видимо, теми пользоваться, которые параметры улучшают в начале. Оп, и последний, ну, на этот мне уже почти не хватает. Ну да, ну да. Сложный механ. Непонятно, блин, как там этот огонь раздувается. Че там? Все равно 4000 вышло. Окей. Ну давай, огневая мощь умеренно увеличится. Раз выплавка. Сильный огонь. И че? Текущего параметра увеличится в 3-6 раз. Теперь сюда. Ага. Теперь сюда. Более-менее. Огонь все еще сильный. О, нихера себе. Угу. Да какой? Куда так много-то? Дэм. Ну так себе выплавка получилась. Так себе. Так, качество этого... Средний огонь. Давай попробуем. Чего этого и соседних параметров? Ясно. Вот как это работает, оказывается. Малый огонь. И последний размер уже не хватает. Огонь печи. Ладно, завершить. Ну, кстати говоря, я не знаю, тут 4000 хватило на максимум наград или нет. Там по 3800 раньше было. Нет. 4500 надо. Вот так-то. Сложно. Че, последний, говорите, тыкой? А че, последнее качество повысится, а вероятность возникновения чудодейственного эффекта? Я это еще не пробовал, да. Ну и че? О, чудодейственный эффект, я понял. Ну это какие-то читы, да? Да уж, это гача, да, гача, ну такое себе. Не, так неинтересно, я не буду последний тыкать. Кучность должна попасть, отлично. И вращение. Эх, почти. Ну, 4600 есть. Окей, окей. Хорошо. Это сделали. Великий сбор. Всем приветик, тяны. А что здесь? А, ну все. Здорово, заяц. Спасибо за ресапчик. Великий сбор, третья часть. Поехали. Ключевой улов. Ага. А, кстати, крутка же. Точно, заяц. Спасибо большое. Stand strong together. Ну, пока здесь будем плавать, во-первых, мне надо сделать крутушку козы, да? Ага. Во-вторых, принесу, покажу вам подарки, которые можно было получить в Москве в эту субботу на стенде, поиграв со мной. Тяны. Ра-ра-ра-ра-ра.
общем, у нас там были догонялки, ну, вернее, не догонялки, а гонки внезапно в таверне Ваньшу. Я-то, кстати, думал, что будет какой-нибудь чайник, но нет. Вот. Ну, короче, приходило по 3 человека, которые записывались там через QR-код на стенде. Их на рандоме абсолютно выбирали, и после чего они играли со мной на супер новых айпадах, на которых все идет 60 FPS, все очень мгновенно просто грузится, я охренел просто. Сравнив это со своим телефоном, который на минимальной графике еле-еле там прогружает все. Вот. О, Райкири еще сабочка, да? Спасибо, Райкири. We stand strong together. Вот, ну и, короче, бегали, да, там, по таверне и пытались уворачиваться от магов бездны в данже знати. У кого меньше хп, тот проиграл. У кого больше всего хп, тот, соответственно, выиграл. Ну, такие, типа, прям мини-испытания придумали. Более-менее играбельно, весело было. Единственное, очень лагучее, ну, потому что сервер был тайваньский, аккаунты были... тайваньские. Кто не видел, кстати, самое забавное, там на аккаунтах были артефакты, они все как бы были качаны до 20 уровня. Я в инсте сториз выкладывал. Они были качаны до 20 уровня, но здесь были минимальные значения, типа флетовые, там 23 защиты, там, условно говоря, там сила атаки, там процентное хп какое-нибудь, что-нибудь такое, это вообще такой кек. Но они были типа 20 уровня. Типа, да. Зато все персы C6. Все пушки, R5, что угодно, можно было там потестить, ну, те, кто просто приходили, да. Если люди просто поиграли, им выдавали вот одну из таких открыточек. Вот, открыточки очень прикольные, блин, надо будет реально использовать, и кого-нибудь, не знаю, нюхай поздравить этой открыточкой. Наверное. И плакаты. Плакаты я не брал. Чего, третий тир? Прочитать сообщение, так ваше. Чего такое? Привет, хочу обозреть мой аккаунт. Купила платную подписку 3 уровня. Привет. Нажми, пожалуйста, оповещение о подписке 3 уровня. И скинь свой аккаунт. Вот. И, короче, были плакаты. Плакат я с собой в Москву, вернее, в Питер из Москвы не повез, но... За игру со мной также можно было получить акриловые фигурки. Я взял, поскольку я сам выигрывал тоже, я взял Тарталью себе, у него офигенно оказывается прикольно. Она такая большая, типа, просто гигантская арка, в отличие от всех таких вырезанных фигурок. Доктор Ван Астрия, спасибо большое за 6 месяц. We stand strong together. Спасибо. И... Вот такие брелки. Брелки вообще супер классные, особенно вот этот маленький пироэлементик. Там был Дилюк, там были, по-моему, Венти, я не помню, кто там еще. Вот, и из фигурок была Наэлька, Мона. Ну, Мона у меня есть такая как раз. Я благодаря Моне и выбил Мону себе на аккаунте. Вот, такие вот делишки. Ну вот, короче, небольшое количество подарков, но зато все это официально, официально от разработчиков. Да, официальный мерч тоже. Здесь написано, что копирайт, Михоя, все, резерв. Права на все эти штуки. Вот, прикольно, прикольно было, народу было много. Ко мне конкретно пришло не очень много людей, но был рад всем, кто... смог выбраться. Человек где-то, наверное, 10 в сумме пришло. Самое смешное, что все, кто... пришли ко мне, никто из этих людей вроде бы не попал на игру со мной. Потому что там надо. Там просто рандомные люди записывались ради наград. То есть они даже не знали, что я стример. Ну и такой, типа, ясно, ладно. Вот, такие вот дела. А так прям народу на стенде было очень много. Ну, все, опять же, все в основном, наверное, ради наград. Посмотри козочку. Тебе даже там делюк выпал, да, да. Йоримицу. Так, доктор Мастри, кого мы смотрим? Козу. Выигранный 6-й, 50 на 50 подряд. Круто. 50 уровня на 58 ранге, 2260 силы атаки, 117 мастерства, 50 на 220.
криты жесткие, 46 крит урона, это скорее всего с Амосом. 70 крит шанс на 226, очень сильные арты. Десяточка на базе, ульту тоже надо карновать. 23 крит урона, 4 атаки, неплохой ансамблевый кубок. Шапка офсетовая на 9 кша, 37 мастерства. Ну, такая тоже, может, могла бы быть сильнее для шапки офсетника. Могла бы еще все в атаке восстанова быть. Восстанова нет совсем, наверное, да, 0. 10 на 19, хорошие часы. 8 на 26 сила атаки перышко. И 17 крит шанса цветок, 7,8 хайрол. Возможно, трехстатник, либо прям лоу-роллы пошли жесткие. Офигеть, да, и цветок. Ну, очень сильные. 50, типа 70 крит шанса за заряженки на 230 для фу-ансамбля. И в Амосе это прям круто. Ну, это прям круто. Так, Акваша, еще раз, пожалуйста, обнови страничку и прожми алерт. Хорошо? Ключевой улов. Победите этих... Да понятно. Нифига их там прокачанных. 4 элитки, нифига себе, все вместе собрались. В этот раз я понял. Арды! Взрывайся! Промахнулась, серьезно? Крутоканай, привет! Было круто увидеть тебя в субботу. Я был очень рад за встречи и был кекло передавать тебе привет от Грега. А, ты Грегу передавал привет. Здорово, здорово. Да, спасибо, что пришли, было приятно. Правда, было очень приятно видеть всех, кто пришел, кто меня знал. Там был Фрик, да, Фрик тоже был. Ну, то ли чуть позже подошел, то ли, ну, в основном, ну, на стенде не тусил. Тусил там рядом с Нюком они вместе. В основном ходили. Вот, а потом, когда уже моя ивентовая часть закончилась, мы уже так чисто все вместе тусили, пошли в барчики, посидели. Казарик, привет. Все? Угу. Завершите ключевое испытание, ключевой улов. Окей. А, и что, и все? Больше никаких... Ладно, рецепт какой-то зато дали. Благополучие и процветание блюдом. Я думал, дольше будет. Да. Ну, ладно. Так, рецепт забрать. Наградки. Пойдем выбирать халявку. Счастливое компаньонство. А, или... Wait, what? А, вот же, Страж Пучины, еще не все, испытание один раз, шесть раз, бежит так, чтобы она нырнула не более четырех раз. Понял. Понял. Но в любом случае откроем магазин события еще, заберем вот эту последнюю награду. Да, и теперь надо к этой бежит куда-то там ходить. А куда ходить? Где она прячется? Часть испытания, данж тут, я понял. Пойдем. То есть все-таки Бешт это же как раз жена Белиала, говорю, Асиала, да? То есть никаких детей, водных драконов, там всю семью они на праздник морских фонарей не привезли, да? А, прям к нему ТП? А? Читерство? Это читерство. Одиночный совместный. Дети у бабушки. Так еще не лето, чтобы у бабушки пирожками объедаться. А, привет. Хэй!
Стоять! Найс. Ну. Привет, сукасочка, Андроун. Слышь? Да пошел, надо было блочить Юнзинькой. Забавно, что отсюда хотя бы типа упасть нельзя, да? Так. Блин, ну 6 раз убивать долго, да. Здорово, Грейрокс. Выходные отлично прошли, как раз рассказывал о подарочках, которые можно было получить, поиграв со мной. В принципе, круто, что появился вот такой вот первый официальный стенд. Я думаю, еще такие будут, но надеюсь, не в самый разгар пандемии. В следующий раз, да, и как-нибудь получше будет в этом плане. Так-то, конечно, крипово, я все еще переживаю о том, что могу бы и заболеть, наверное. Не знаю, фига ты меня всасываешь. Стоять. Так. Вот, потом также хорошо посеяли парчики с ребятами, со стримерами, с Фриком, Нюком. Вот, с... Дашка не подъехала, Пинк и там ее подруга. Вот. Короче, да, весело, очень хорошо отдохнули, типа, с Нюком. Потом мы же еще стримили, если вы не знаете, у нас был мини-алка стримчик. 2 часика посидели, попили Джек с корицей вкусненький. С Нюком. Так, ну повторить испытание. Блин, довольно долго умирают на самом деле. Здесь организуют получше, к примеру, не один стенд. Сделать хотя бы 3 одновременно. Ну вот запись заранее, которую с утра надо желательно делать, тоже такое очень сложное. В этом плане, конечно, да, на самом деле сложновато все было. Но куча людей, которые, то есть вот опять же, вот был как бы мини-ивент со мной, как со стримером, но типа люди, которые ко мне приехали, со мной не играли, потому что другие просто пришли ради награды и записались в начале дня. Ну, что поделаешь, типа. Да, не знаю, не знаю. Наградки классные, более-менее. Просто круто, что такое есть, типа, не так уж много места занимал этот стенд. Куча людей просто сидела, наверное, общались, знакомились. Что там обсуждали, да, впервые, может быть, даже виделись, обсуждали игру, не знаю, гачу и так далее. Наверняка до хрена народу пришло к этому винди, который должен был появиться случайно в хрен знает какой день, и непонятно, появлялся он или нет. Какой-то там ютубер-миллионник, который не то чтобы особо геншинер. Ну, короче, да, людей полно было. Многие без масок были, это было грустно, но в целом масочки носили. Можешь делать кооп со зрителями на беш ради прикола и фана. Кооп убийства слабого босса — это не прикол и не фан, сори. Можно, но не, спасибо. Ага, минус. Там задание нужно пройти, не получив урон босса. Серьезно? Эй, Ксип, 3-й тир подписки. Спасибо большое за... Сапку, у меня что-то бот не спавнится. Казарик, спасибо. Ау. Жесть. Жесть. Чё меня все уничтожает-то? Спасибо за гифт для Уве. Давай сюда, подошел. Бучок справился. За репост дали открытку с Юньцзинь. Постоял, посмотрел, как ты играешь, и пошел на ноуте дейлики делать до конца ивента. Ну, понятно. За репост. Ну, град с открыточкой. Anyway.
Испытание один раз, чтобы бешеный нырнуло более 4 раз. Завершить испытание 6 раз, не попав под водный поток. Хорошо. Стараюсь поуклоняться, может быть. Чем бы ни был этот водный поток. Вряд ли это эти пузыри, да? Это он? Нет. Меня тут уже стянуло. И вроде бы без щита. Лицо стянуло мне. Нужно сказать, что лучше наказуха. Мое имя поуместит или звезда полярная? Амоса нет. Полярная звезда. Жилега. Это водоворот? Как под него, блин, не попасться? Если он сразу же мгновенно стягивает лицо. Ну, они нацелуют сама себя. Классно, дамажить нельзя. Вообще, в целом, впечатляет ивента в авике. Случайно слышу, что у тебя спина затекла. Да, у меня плечи затекали, типа, играть с планшета сложно, а когда ты стоишь. Ладно, может, когда ты лежишь в кровати или сидишь где-нибудь, но... Да, у меня плечи очень затекали в этом плане. Это было. В целом, я говорю, нормально. Прикольно, что это сделали. Ну, в следующий раз надо, чтобы это было на Игромире. Стенд был в 5 раз больше, и было 30 планшетов таких, на которых можно поиграть, и еще больше наград и всяких ивентов. Ну, опять же, если Игромир, в принципе, вообще состоится. А тебя надо убивать, да? Так. Ой, Экскайс, здорово, здорово. Так, потоки воды, да? Давайте попробуем уклоняться. Ты сейчас так пройду, ни разу не уклонившись. Надеюсь, Кваша. Что сейчас все правильно, да, сделаем. Все хочу, правильно. Чтобы ты посмотрел мой аккаунт и анлог. Посмотрим. 8 729 860. Все очень просто. Надо просто было нажать алертик. Так, мне кажется, я уже попался. На Твиче алерт никуда не девается. Вы сами его нажимаете, когда ресабаетесь, у вас приходит возможность повестить стримера о подписке. Если вы только подписались не самый первый раз. Если первый раз, то этой возможности не дает. Поэтому... Да. Скоро Dying Light 2 выйдет. Готов к страданиям на максимальной сложности. Ты сомневаешься? Причем здесь страдания? Ну... Я готов проходить, наслаждаться игрой. Да, так, страдания, да не, вряд ли. Сомневаюсь. А, может это поток воды? Не, ну по-любому вот этот вот, да? Тебе нельзя по воде выстрелить? Говорят, зомби поумнели на максималке, плюс твоим уровнем происходят у них мутации. Ну, блин, не знаю, что могу сказать. Звучит отлично. Короче, я, да, в любом случае буду проходить на максимальной сложности. У нас куча времени до... Вначале мы проходим Dying Light, потом выходит этот... Потом выходит Horizon Forbidden West в середине февраля, и потом в конце февраля этот будет.
Да ладно, я не попав под удар в водных потоках. Я не могу это сделать. Я, видимо, забью на это задание, оно слишком сложное. Так, как ваше? Давай посмотрим. Пачки. Угу. Угу. А, блин, это... Ну ладно, еще одна попытка, и потом выхожу смотреть. Деда возьми. Ну, типа да, но... Это же читерство. Тени уже проходил. Тени, какие тени? А, тени, фонарики, да, проходил, прикольно. Точно, стрим, все хорошо, и тебе. Не читерство, а смекалочка. Удивительно, что щит, в принципе, дефает от этого. Мне казалось, попадание под равно как бы... Не. Ура. Щит не в щит, какая разница, типа, должно быть, как по мне. Добили? Найс. Получение урона равно попаданию, некорректно написано. Удачи, хорошо, стрим. Спасибо. Может быть, вот это водные потоки, нет? Появляются после смерти первого. Первой змеюки. А, тебя бьем, да? Ну давай. Ау! Все, надеюсь, все выполнил. Нет, сейчас и правда деда возьмем. Угу. Угу. А, я, да, завершил, но мне еще шестой раз нужен. Найс. Окей, на скиллухе. Так, пойдем обзор. Обзор пачек. Что-то конкретное? Нет. А, сейчас я проверю. Платная подписка. Так, аккаунт, да. Да, ничего конкретного. Фулл Крио, ну, Хутао, много лег, очень много лег. Есть даже Казуха, бездна пройдена, 58 ранг. Мощно. Мощно по легам собрано все. 2380 атаки Ганью, 200 мастерства, 42 на 220, отличные цифры. 46 крио урона, это Амос, это 4 ансамбля, скорее всего, еп. 10-8-8, найс. 10 на 11 крио кубок. Сойдет для закрывания ансамбля. 2-22, часы могли быть посильнее, да? 6 крит шанса, много мастерства, сил атаки. В целом, интересная шапочка, мастерство тоже может пригодиться. Крит шанс, крит урон, самый основной цветок. И 5 на 20 перо. Ну, кстати, перо для офсетника тоже могло быть в теории посильнее. Это не пачки. Да я понял, что это просто персы, да. Я просто к тому, что куча лег, и мы, да. И это сильно. 2400 атаки, 44 на 155, но атаки не очень много, зато восстановил 160, нормально. Криурон, это две эмблемы, два глада. С криокубком 8-8. Плавник, хороший выбор. Ну, атаки больше надо. Надо кубок, криокубок на атака-кубок, наверное, менять. Шапку крит. Урон на АТК тоже, наверное, хотя здесь 16 восстановок, крит шанс, неплохо. Цветочек 8, 13, 9 сил атаки, найс. Эмблема хороший вариант, 2-2. 11 восстановок, 9 крит шанса, найс. Перышко 10 восстановок, крит урон тоже хорошее. И вот кубок, ну здесь есть офсетом, с апстатом 12 атаки, но нет восстановы. Ну вот это как кубок, наверное, разве что под 3000 просто поискать. Угу. Я с такими ни за что не пойду никуда. Да не, понятное дело, что как бы сочетать одновременно Хутау, там, козу какую-нибудь и Айоку, это не самая умная идея. А Айока 200, 200 мастерства, не очень нужного, если только не под
Сяночки, не знаю, ходить. 60 на 183, 61 крио, 114 восстановы. Черный меч для крит шанса, 2 заблудших, 2 глада. Ага, ну, сет не фулл крио. В целом, криты мечом подтягиваются. Шапка хорошая, офсетник очень сильный. Слабенький крио-кубок, вот прям надо было офсет искать, а здесь перо закрывать через крио-сет, скорее всего, 7 на 8. Мастерство цветок тоже не очень сильное для крио-сета. Перо хорошее, я бы сказал, для сянки или для какого-нибудь пиро-дамагера, но тоже не для крио, вот, слишком много мастерства. Часики хорошие, станова тоже нужна. Угу. Ну здесь, да, айки надо поменять что-нибудь. Кутава 32к хп, 1200 атаки, звучит как хома, 62 на 240, 61 первый урон, сильно, 0 мастерства, грустно. Да, для такого хп под хомой мастерство поискать точно надо. Первое созвездие, имба. 3 десяточки, жестко. 7 на 20, ну вот может часы мастерство попробовать, тем более раз они офсетовые. 3 на 14, 5% хп, ух, первый кубок. Или часы из этого сета и первый кубок посильнее, потому что 100 флетовой защиты, конечно, грустненько. Очень хорошая шапка. Средненький цветочек, тоже ни мастерства, ни восстановок, ни хп процента. Здесь хп флетовая, сила атаки тоже не очень нужная. Ну, нормальное перо. Да, Хутаве тоже есть что попробовать поменять. Мастерства подыскать. Сет... Кубок поискать посильнее, может быть, офсетовый. Ну, пиро данж ходить не хочется, так-то в целом мощная эко. Да. Это же, ну, МС МСом, а высокая нормальная хп, это самое главное. 200 атаки, 78 на 186, 61 анима урона. Коршун так и подумал. В целом хорошие криты, но здесь минавы. 9 на 20, нормальный цветочек. 3, 14, 11, анима кубок. Тоже хороший, более-менее. Не очень сильные часы. Перо 5, 20, 11. Блин, перо сильное. Шапка крутая. Часы посильнее бы, да? С крит-шансом, может. Ну, в целом, крит-урон побольше. Там 80... Ну, не, 80 на 186. Сяо, найс. Казуха 760 мастерства, есть восстанова, что очень здорово, 61 анима урон. Анима кубок с мастерством, 63 мастерства, 14 восстанова, идеальный анима кубок, просто офигенно, очень круто. 3 на 18 часики сойдет на мастерство. Здесь нет мастерства стихии, но есть восстанова, и в целом статы более-менее. Сет закрывает цветочек неплохой. Шапка тоже на мастерство с восстановой, найс. Еще и созвездие, жаль, не второе. Надо будет, может, выбить второе, когда реранчик будет. Ешка коронованная. Пятая пробуда жала. Неплохо, неплохо. 24 дополнительного элементального урона. Зеленый лук Венти. 1300 атаки, 47 дополнительная стяжка для Венти. Так ли она ему нужна, да? 205 восстанова, восстанова хорошая. В целом цифры 1347 на... Ну, атаки побольше надо бы. Хотелось бы, наверное, зеленый лук как-никак. Трон восстанова. Не, ну, хороший цветочек. 7 на 16 восстанова, 8 атаки. Хорошее перо. Слабые часики по сабстатам. Здесь можно АТК поискать часики с норм сабстатами, да? И кубок на аниме урон из аниме сета. Блин, ну, в целом неплохо. Главное, что сет закрыт, как у любого аниме персонажа, да. Стяжечка работает. Дополнительный урон от этого. И дед с двумя коронами. Найс. 40 тысяч хп. Супер. 1200 атаки. 65 на 136. Отличные цифры, но нет геоурона, к сожалению. Я бы, конечно, наверное, все-таки предпочел геокубок. Хпшному с такими не очень сильными статами. С этого и, конечно, шапка хп, 14 крит шанса, уф. Ну, это тоже, да, жестко. Да, шапка хорошая для офсетника, 7, 10, 14 восстановы. Неплохо. Неплохо, цветочек. Перышком без критов, ну, криты есть, но крит шанса нет. Мастерство не нужно. Ну так, в целом нормально. И часы слабенькие. Ну, часы и кубок чисто закрывают сет, чтобы атаку давать.
Вот отсюда и не очень сильные статы, но в целом 40 тысяч хп, непробиваемый щит. Найс пачки. О, кушаем рогалики. Пойдем добивать дракона. Кому зеленый лук подходит? Да кому угодно, это лук на крит шанс. Много луков на крит шанс, знаешь? Я парочку всего. Сенка, Бен, Тайка и Ганью, норм пачка. Да. Не успел, лох. Эй, куда? А, она все еще тут. Бибешт. Бибибешт. Съесть рогалики, это что? Ровно то, что и написано. Ровно то, что написано. Кушаем, наслаждаемся. Накормили козочку, эти молодцы какие. Всем спасибо за участие. Кого дальше кормить рогаликами будем? Главный вопрос. Рутигачу, что за накормленную козочку? Лишь какие? Ну давай, ну вылези уже, ну... Хватит не у Язи сидеть. Сучка засдохла. Деда накорми на 2 ляма, ну тогда надо вместо рогаликов мору делать. Итак, голодный, уставший. Да, я сейчас покушаю. Я, кстати, меня надо накормить, я согласен. Я сейчас пойду покушаю. Ладно, давайте, накормили козу. А 8-1 выпадет с такого ивента. Жаль. Жаль, но нет. Жаль, но нет. Так, ну, событие закончилось. Все сделали. Наградки забрали. А, идем выкупать штуки. Счастливое компаньонство с C3, по-моему, у меня Юньцзинь. Отправить приглашение. Бесплатные 2 блеска, ура. А, лунные тени. Бесплатный скинчик. Ля, у него спошар даже отдельный. Там за окном фейерверк, я чуть на это не обращал момент. Внимание, флёр орхидеи. Красиво, красиво, магазин. Выкупить корону и книжки, это классно. Левешные книжки, это очень-очень хорошо. Ну и раз такие дела, почему бы не поздравить Синцу? Ровно 16 книжек. И не короновать ему ешечку. 2 хвостика в него запихнем вместо морковки. Класс. Базовую атаку можно чуть-чуть. 108 книжек о море. Почему бы и нет? Найс. Это праздник для Синцу сегодня получается. Плюс созвездие. Ага. Ого. 3 подарочных подписки. My name Toha. Спасибо большое за гифты. Юлиан, Полина, Сламбер и Артенский. We stand strong together. И My name Toha. Ты же был у нас тоже в авиапарке, да? Спасибо, что заглянул. Ох, плюс 3 уровня на ульте. И это на самом деле круто. Это плюс еще 9% защиты, да? Вот, да, рад был познакомиться. Хоп, 49 уровень батл пасса.
коп, 50 уровень батл пасса, надо будет зайти с Соньки купить. Купить. Его эго сделаем крутичком. Хоба. F. 50. Поехали дальше. Ну что ж, все. Ивент завершен. Все забрали, все сделали. Я очень хочу покушать, правда. Сейчас отойду, пойду себе погрею еду на сегодня.